Центр занятости населения на пороге перемен. В 2019-м службу трудоустройства по всей России ждет модернизация. Изменения коснутся и условий труда сотрудников, и качества обслуживания. Об итогах года и планах на будущее Староскольского центра занятости узнала Оксана Шиманович. Более 4500 староскольцев в этом году нашли работу с помощью центра занятости. Это почти на 400 человек больше, чем в 2017-м. Сегодня на учете около 800 жителей округа. Уровень безработицы в Старом Осколе по сравнению с прошлым годом не изменился. А вот число обратившихся увеличилось на 300 человек. В этом году были сокращения на предприятиях, в том числе крупные сокращения на предприятиях. Мы проводили большую работу до увольнения, либо до сокращения. На самом деле вакансий намного больше, чем желающих найти работу. С осени количество предложений выросло вдвое. Особенно в Старом Осколе пользуются спросом повара, кондитеры, медсестры. В центре занятости подходящую работу стараются найти всем. Каждому клиенту индивидуальный подход. Клиентоориентированность – главный вектор развития на будущий год. Это повышение качества предоставления услуг, увеличение скорости обслуживания. Специалисты службы занятости пересмотрели всю цепочку – от входа до общения с инспектором, заполнения документов. Созданы условия для комфортного ожидания. Детский уголок, полка с книгами. Всего было выявлено 28 проблем. Ну, такие проблемы, которые, может быть, на первый взгляд нами и не замечались. Например, у нас люди постоянно спрашивали, как пройти на второй этаж. Хотя логичное решение, что проще всего разместить указатель. Раньше у нас люди приходили, пришел встать на биржу. Теперь люди понимают, что с них будет проведена активная работа, что он пришел для решения задачи поиска работы. В этом году трудоустроено 130 инвалидов. На предприятиях у них теперь появились наставники. На предприятии закрепляется наставник за инвалидом. Этот наставник получает дополнительную заработную плату за наставничество, да, и мы возмещаем работодателю денежные средства вот именно за этот период. С 1 января вырастет и размер пособия по безработице с 800 рублей до 1500. Максимальный размер – 8000 рублей. А для предпенсионеров – 11 280 рублей. Но получать пособие теперь можно будет не год, а 6 месяцев. Оксана Шиманович, Алексей Грачев, Ирина Чуликова, 9 канал.